Доброе утро, уважаемый президиум, присутствующие. Все школы и детские сады города работают в штатном режиме. На вчерашний день школы города посещало порядка 32% детских садов и 65% учащихся школ. На сегодняшний день по состоянию на половину девятого утра в детские сады пришло 32%, ну а в школы города 75%. То есть намечается тенденция к тому, что родители успокаиваются, ну и учебный процесс проходит в нормальном русле. Хочу сделать маленькое объявление по поводу внешнего независимого оценивания. На сегодняшний день отдел образования готовит пункты внешнего независимого оценивания по всем предметам в городской черте. То есть выезжать никуда не нужно будет, и мы обеспечим прием, скажем так, тестирования в городе Славянске. Если раньше часть предметов сдавали на выезде, то теперь мы обеспечим это все в черте города Славянска, не надо будет никуда выезжать. Обстановка в коллективах нормальная, вчера была выплачена заработная плата за апрель. Все. На данный момент обстановка в моем городе такая, что поговорите, пожалуйста, с директорами школ, с руководителями и детских садов и так далее. Пускай они работают в полном объеме. Пускай школьники выходят в школу, дети в детсадики. Почему? Потому что штурма как такового на данный момент. Хотя бы на этой неделе, но мы не ожидали. Скажу вот так, ведется просто обстрел блокпостов, вот сегодня ночью это было, и в принципе такая тактика и будет продолжаться. То есть в город они пока заходить не будут. То есть опасности для детей я просто не вижу. Обстрела в городе тоже не будет. То есть обстрел ведется только блокпостов на данный год. Ну, тут многое зависит от родителей. Учителя и воспитатели все на рабочих местах, все готовы принять детей. Я же, да, пускай руководители школы работают с родителями. Мы проведем работу, мы будем на объяснять. Мы от себя тоже говорим, да. И газета у нас выходит, там пытаемся как-то панику эту надо носить. И к тому же, я думаю, что увидим сегодняшнее совещание, многие успокоятся, действительно, да. Все будет нормально. Спасибо.